Я знаю цифры. Я охотно верю, что большинство не хочет. Но вот это довольно-таки крупненькое меньшинство, которому, как выяснилось, принадлежит Егор Кончаловский, они очень громко кричат. Они все выходят на улицу, возлагают цветы на могилу Сталина вместе с Зюгановым. Поэтому кажется, что их очень много. А противники сидят дома и свое мнение никак не выражают. Поэтому так и получается. Надо проявить свое несогласие со сталинским выбором. Надо, чтобы об этом знали. Надо оприходовать как-то это несогласие. И ни в коем случае нельзя давать инициативу своим противникам, которые высказываются с утра до вечера, и в этом их поддерживает власть. Иначе не они попадали бы на каналы, а мы попадали бы на каналы. При Ельцине ведь такого не было. Власть поменялась, и как-то либералы очень скисли и очень растерялись. И не надо лить воду на мельницу врага, потому что, сотрудничая с красными и с коричневыми, вы предаете свои принципы и тем самым способствуете произрастанию сталинистских привилегий.